крупный пожар на 24-й Северной. Столбы дыма заметили омичи в соседних округах города. Загорелось трехэтажное офисное здание, на первом этаже которого располагалось кафе. На момент возникновения пожара в помещениях никого не было. Здесь проводились ремонтные работы, так что никто не пострадал. Огонь быстро распространился по всем перекрытиям, перекинулся на надворные постройки. В итоге площадь пожара составила почти 500 квадратных метров. Сообщение о пожаре в пожарной охране поступило в 18.01. По прибытии 18.07 пожарных подразделений по внешним признакам горело трехэтажное здание. Предварительно площадь пожара 500 квадратных метров, работала 14 единиц техники, 66 человек личного состава. К работе спасателей подключились и звенья газодымозащитников. Полностью ликвидировали возгорание спустя 3 часа. Причины пожара установят эксперты в течение 10 дней. Предварительные версии не называются. Огнеборцы ликвидировали пожар в Дружино. Сначала загорелись заброшенные постройки, старые бани и гараж. Вскоре огонь перешел на соседний деревянный дом, где проживала семья. К счастью, пожарные оперативно прибыли на место. 56 бойцов на 11 спецмашинах в течение 3 часов тушили пожар на бесхозном участке и отстаивали жилой дом. Правда, кровлю и потолочное перекрытие огонь не пощадил. И хозяевам придется восстанавливать. Что стало причиной ЧП, выяснится позже.